Привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Сегодня я приехал на дачу, поколол немного дров. Погода сегодня плюсовая, 1 градус тепла. Хотя февраль месяц, середина февраля. Лучше бы уж, конечно, морозик был, градусов 10. И решил я сейчас дурью немного помаяться. Просверлим лунку, посмотрим, какой толщины лед на этом водоеме на нашем. Плохо, что здесь рыбы нету. Раньше была рыба, карасей здесь много было. И они, кстати, были очень даже большие караси. А потом их не стало. После того, как мы пруд решили почистить, он у нас полностью пересох. А еще мы сюда запускали ротанов. Ротан такая рыба есть. Из них очень вкусные котлеты получаются. И похожи они на каркардилов. Так. Нифига себе лед. Оператор, иди-ка сюда, зацени лед, какой здесь толщины. Подойди-ка. Сантиметров, наверное, 30, что ли. Охренеть. Вообще. Да, дай-ка я в другом месте, вот здесь, в середине сейчас просверлю. Вау. Такое сейчас проседание было, я думал, что провалюсь. Да, здесь тоже такая же фигня. Где-то 30 сантиметров лед. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, и дальше будет интересней. Все. Я думал, там провалюсь, блядь. Вообще, я бурю там. Думал, все, сейчас такой кадр будет хороший. И мы, я не знаю, тут сразу будем лидерами просмотров.